Вот за выходные прошедшие было охвачено 360 объектов, и на 29 объектах были выявлены нарушения. Ну, в основном это идут по торговле, это несоблюдение масочного режима и социального дистанцирования. По объектам общественного питания здесь идет нарушение режима работы. Согласно постановлению, на сегодня в красной зоне объекты общественного питания должны после 20 часов уже только на доставке работать.